дорогие друзья, руководители образования Дальнегорского округа. Мы хотели два слова сказать. У нас недавно, 4 года назад, образовалась новая епархия, которая стала частью Владивостокской некогда епархии, сейчас стала метрополия, которая обобщает всю территорию Приморья. И она поделилась на три части. Владивостокская епархия, Анахотинская епархия, наша Арсеньевская епархия, которая включает 8 административных округов, начиная от Яковлевки, от Анучина и кончая Тернеем. И вот туда входит как раз Дальнегорский район. Наша Арсеньевская епархия подчиняется не Владивостоку, как у вас это подобно, а подчиняется непосредственно патриарху Москве. И поэтому немножко разная система. И получается духовное окормление, духовно-образовательное, нравственное окормление, оно идет не из Владивостока, а из Москвы. Просто для вашего разумения, кратко. Теперь, казалось бы, хотелось бы сказать о цели нашей конференции. Наша совместная работа, сработничество церкви и государственных структур идет по трем направлениям. Как благословляет наша Русская Православная Церковь? Это направление духовно-культурному, по социальному и по образовательному. Поэтому в этом направлении мы хотим провести нашу конференцию. А теперь сейчас специалисты сделают доклады.